предмет теологии. Бог человек на мире. И вот здесь, в этом институте, все три части этого предмета собирают свои идеи. Эритургия, ты вот правильно, профессор Хамас сказал, только выходишь и сразу попадаешь в храм. Это литургия, которая, хочу сказать большое спасибо Филарету, который мне лично открыл совсем иное понимание литургии, понимание не только мистическое, а еще смысловое. Другое, то, что касается мира, потому что это неповторимое ощущение. Ты здесь слушаешь лекцию о постатеизме, трансгуманизме, постмодернизме, выходишь, через минуту ты выходишь на улицу, и перед тобой озеро, и укрыто лесом гора. То есть абсолютно сельской, такой пасторальный, вегетативный пейзаж. Только что где-то аэроиндустриальная лекция, и тут такой пейзаж прекрасный. Ну и люди, что самое главное, общение. Я хотел сказать, что тут много времени уже благодарности институту, вашему Минарету, который я подсоединяю. Константину Борисовичу, больше хотел бы убежал. Но хочу сказать, институт требует, мое ощущение, институт требует постоянной работы над собой. Притом очень плотной работы над собой. И не только научной, там над текстами, над мыслями и так подобное, а прежде всего в смысле душевном. Потому что живя в Иве, например, у тебя вырабатывается система защиты, система блока и запутости в тебе. И когда приезжаешь в институт, чтобы почувствовать эту атмосферу открытости, общения, какое необходимо над собой пройти работу размыкания, саморазмыкания, чтобы влиться в этот момент. Когда ты это производишь, ты чувствуешь вот это поистине христианскую любовь, христианское общение и доброту душевную. И что меня порадовало, даже мои личные переживания, полгода прочищись от него, слава тебе, Господи, и надеюсь, что он такое сделает. Так что, и в конце концов, что хотел сказать матриархи. Ну, больше сегодня понравились в основном философские, то есть господин Бармайстер, господин Капитен Кирилович, ну и господин Венчаный ангел, то есть Александр Семенович. Что, кстати, про Александра Семеновича даже в молодых кругах ходили много сплетни. Это... Какой ангел? Да, да, насколько там венчаний, не венчаний, вообще это так. Женские сплетни ничего. Ну, в общем, я еще хотел сказать, что институт требует работать над собой. Ну и много лет институту его основателя. Очень хорошо, что Владимир предпочитает философию всяческим басням. Да, Юрий бдит, чтобы наши слушатели, написавшие письменные работы, Владимир написал интересную очень работу, так что просим и дальше писать. Я лечу на институте. Я здесь совсем недавно, буквально 2 дня, наблюдаю за этим процессом, за этим общением. Вот. Еще я не успел углубиться во все ваши глубины. Вот. Но я вижу, что здесь следует заповедь Иисуса Христа: будьте как дети. Вот. Чувствуется какая-то, так сказать, отрыв от каких-то серых будней там в городах, в технических мирах, в цивилизации. И здесь ближе такое движение к природе и воля к счастью, вот, чтобы вот как бы забыться и быть счастливым. Вот. Почувствовать такие настроения. И я был на этих лекциях, мне очень понравилось.
все очень понравилось, все вот эти мысли, все вот эти ценности, которые преподносились на этих теоретических занятиях, особенно острое впечатление вот то, что предложила Елена Власова, да? Вот, на ее лекции я как бы почувствовал, как будто я побывал на каком-то таком поэтическом вечере и куда-то уносит в какие-то миры, какие-то фантазии. И вот эти метафорические переходы, постоянный ряд образов, прекрасных образов. И в ее речи есть вот эта волнительность, такая большая амплитуда вот, в каждом ее слове, в каждом звуке ее голоса. Вот, она все время пребывает как в таком состоянии и дарит нам вот это как бы такой образец человечности и как бы как носитель чувств, эмоций и то есть прекрасно вот, как бы красоты. Вот. Вот музыкальный момент, вот это момент ну, ощущения праздника, пиршества. То есть у нас как бы такой нескончаемый пир, вот, застольные беседы, вот, всяческие вот, контакты, обсуждения. Люди сходятся, общаются, занимаются музыкой, пением. Вот, очень хорошо и выходит на природу. Я, к сожалению, за это короткое время я не успел познакомиться со всеми моментами. Вот. То есть очень жаль, что мне не удалось попасть раньше и вот, глубже все проникнуться этим. Вот. Ну, мне бы хотелось, чтобы вот, будущие программы, они вот, как-то наперед все-таки как-то анонсировались, вот, продумывались, и можно было как бы, чтобы на лекциях уже был как бы, вход, ну, глубокий вход контекста, когда вот это время вопросов совершенно. До 1 июня прислать письменную работу, на основании письменных работ, выигранного конкурса, мы будем рады принять вас с начала летнего года искусства. Спасибо. Сочетание детской школы и взрослой – это во многом дело ее рук. Так что спасибо Светлане. Мы уже договорились, что Светлана получит полноценную роль. О!